3 сентября в Магадане пройдет всероссийская акция «Диктант Победы». Ее включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Организатор акции – партия «Единая Россия». В областном центре планируют открыть не менее 3 площадок. Кроме того, диктант можно будет написать онлайн. Принять участие может любой желающий. У нас будет организована одна стационарная площадка. На сайте diktantpobedy.ru можно будет зарегистрироваться на эту площадку. Также можно пройти будет этот диктант в онлайн-формате, то есть либо прийти на эту стационарную площадку. По словам специалистов, цель проведения диктанта – изучение истории Великой Отечественной войны. В этом году в тесте будет 25 вопросов вместо 20. 5 из них будут связаны с региональной спецификой. Подготовиться к тесту можно на сайте проекта «Диктант Победы РФ». Также на портале можно получить диплом участника «Диктанта Победы».